Священнослужители в условиях пандемии коронавируса наряду с медиками и продавцами находятся на передовой. Надеются на лучшее, но готовятся к худшему развитию ситуации. Многие требы и таинства нужно обязательно проводить защищенными, говорит владыка Филарет. Ничего постыдного и предосудительного в этом нет. Защищая себя, священник защищает весь свой приход. Для сущей и вящей безопасности и ходите в дом, в аптеке купите бахил, или я не знаю где-то. Бахил надевайте на ноги. Вот. Одноразовые перчатки, маску. Потом все это снимаете. Вот, одноразовые перчатки. Все это желательно сжечь вместе с бахилами. Осторожность. Мы все работаем с людьми. Потому что, не дай бог, вот так вот кто-то вас заразил, а вы будете служить, то можете лишиться прихода. Плюс ко всему, на богослужениях, особенно в маленьких храмах, обязательно и необходимо расставить прихожан на безопасное друг от друга расстояние. В связи с этим епархия обращается к верующим. Относиться к этой просьбе батюшек с пониманием. Также на литургиях стоит использовать одноразовую посуду и максимально избежать любых физических контактов. В пасхальную ночь, когда людей будет особенно много, лучше всех вывести на улицу, если не хватит места. И больше вести среди прихожан разъяснительные беседы. Для многих православных священник – это непререкаемый авторитет. И тут необходим наглядный пример во всем. Как он одевается? Как он выглядит, священник? Он должен показывать во всем пример. Не только во время служб, но и так, в повседневной жизни. Все другие темы, которые так или иначе были подняты на собрании, также касались коронавируса. Главная новость – возможно, что намеченный на начало мая старт ежегодного крестного хода с чудотворной Жадовской Казанской иконой Божьей Матери перенесут. На какое время и перенесут ли вообще – неизвестно. Мы сейчас живем, что называется, в прямом эфире. Что сейчас будет, мы не знаем. То есть сейчас вот буквально середина Страстной Седмицы, сейчас будет президент выступать. Он объявит, что дальше. Либо ужесточатся меры. Уже точно известно, что владыка отменил все свои визиты на пасхальной неделе в храмы епархии. То есть полноценного празднования воскрешения Господня не будет. Это решение обусловлено исключительно безопасностью прихожан. Традиционно на пасхальные службы приходят сотни человек. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Улправда ТВ.